Отечественные историки и этнологи называют предложенную конституционную реформу собственной авторской моделью, определяющей новое развитие Казахстана. По их мнению, четкое распределение полномочий между ветвями власти – это значительный шаг по демократизации общества и возможность прямого участия народа в управлении государственными делами. Для Казахстана это необходимость, вызванная требованием времени, потому что обстановка в мире меняется, и мы не должны отставать или оставаться в стороне от этих процессов. Наши законы и в первую очередь Конституция должны соответствовать современным требованиям.